Добрый день. Вы искали форму здоровья доктора Скачко номер 9? Отлично. Значит, вы понимаете, что от работы сердечно-сосудистой системы зависит работоспособность вашего организма, состояние различных органов и систем, профилактика и лечение любых заболеваний. В сердечно-сосудистой системе можно выделить три звена. Первое, где идет собственно обмен веществ, это капилляры. И от проницаемости капилляров, от состояния капилляров зависит работоспособность вашего организма. Приток крови осуществляется по артериям. Если нарушена эластичность, тонус, или там, не дай бог, стоят атеросклеротические бляшки, то нарушается кровоснабжение и тоже нарушается работа вашего организма. Отток крови идет по венам. Если там есть венозный застой, есть венозная сеточка или варикоз, это тоже нарушает обмен веществ в вашем организме. Ну, яркий пример – это состояние вегетососудистой дистонии. Более такой конкретные примеры по любым органам, любые проблемы, синдром хронической усталости, депрессия, это все связано с тем, что нарушено кровообращение в принципе и какая-то рабочая зона не получает свои питательные вещества для своей работы. Что не делает формула здоровья номер 9 и чего делать нельзя? Это очищение сосудов, это фельдшеризм, это никогда невозможно совершить без риска для здоровья. Ну, очистить капилляр в принципе невозможно, потому что капилляр более узкий, чем эритроцит, который там проходит. Эритроцит, как блин, он не может войти вот так в капилляр. Он сворачивается в трубочку и проходит по стенкам капилляра, поэтому очистить капилляры, это делает каждый эритроцит, а их, это самые многочисленные клетки крови. И очищение капилляров, это блеф, это миф, этого невозможно сделать. Если вы начнете очищать вены, и не дай бог там будут какие-то тромбы, то неизменно с очищением вен происходит тромбоз или тромбоэмболия каких-то сосудов и нарушение жизненно важной функции. Если вы будете очищать артерии, а там находится атеросклеротическая бляшка в полном составе, то есть пропитанная кальцием, то отрыв части этой бляшки опять-таки забивает какой-то сосуд и вызывает некроз ткани в каком-то органе. Поэтому формула здоровья доктора Скачко номер 9, она не выполняет этих функций. Она выполняет совершенно другие функции. Она поддерживает состояние сердечно-сосудистой системы в оптимальном состоянии и профилактирует любые заболевания, поддерживает высокий уровень работоспособности, где бы вы ни сказали и что бы вы ни захотели.